Вот, ребята, я хочу вам показать, как делается фарш для самсы. Я хочу сказать, что фарш через мясорубку не надо для самсы. Из рубленного мяса надо. Можно баранину, можно говядину. Вот у меня смещенный, видите, с курдючным жиром. Вот таким должен быть вот эта начинка самсов. Вот. Вот на такое это самое количество вот этого и лук вот такой, видите? Вот она. Вот идет вот так вот. Лук, два головки лука на полкилограмма мяса, ребятки. Вот. Потом смешиваете вот это все вот так вот. Вот так вот с луком. Но не забудьте посолить, конечно, вот соль. Вот видите, соль, вот он. Вот так вот. Я на глаз всегда делаю. Теперь черный перчик. Вот он. Черный перчик. Вот он. Все буду потом, когда съемку закончу, я еще его хорошо пропущу. Вот так вот руками. Это самое. Вот она. Вот таким должен быть фарш. Вот он, видите? А тесто простое, ребята. Вот оно тесто. Вот оно тесто у меня, видите? Вода и мука и соль, и все. Тесто готово. Вот. Вот смотрите, каким ножом я режу. У меня вот такой нож. Настоящий вот такой нож. Халяль нож, я его называю. Ручной работы. Вот он, смотрите, какой настоящий кинжал. Вот. И, пожалуйста, закатываю и делаю шикарнейший самса. Вот отсюда получится штук 10 хорошего самсы, который можно будет кушать с большим, я бы сказал, удовольствием. А не какой-нибудь там туфту, короче, делать всякую ерунду. Нашпиговать надо рубленым мясом, вот таким жирком чуть-чуть. Должно во рту аж прямо сок идти. Вот это настоящий самса. Учитесь.